Это его 13-й по счету визит в Россию и второй приезд в Астрахань. Впервые Анхеля Антальву услышали здесь в «Ночь искусств». При нем была гитара. Впрочем, как и сейчас. Вы можете уже свободно перемещаться в этой комнате. Можете общаться друг с другом. Вот какого иностранца не спроси, а что вас так манит в Россию, услышишь один ответ. А как иначе? У вас такая великая культура и история. А дальше традиционный набор великих фамилий – Пушкин, Достоевский, Чайковский. Но здесь, в России, испанец Анхель нашел нечто большее – себя. Он смог вернуться к рисованию. Его акварели теперь развешаны на стенах дома-музея Велимира Хлебникова. Здесь я встретил много хороших, отзывчивых людей. Я проводил с ними много времени. Я жил в русских семьях, наблюдал за их укладом жизни, понял, что люди в России по темпераменту очень близки к испанцам. И когда ты это осознаешь, внутри появляется такое очень теплое чувство схожести между народами. Москва не златоглавая, скорее вокзальная или подземная. Краткий курс столичной жизни, зарисованный на закате в сумерках. И рядом такая же акварельная Астрахань с ее рынками, рыбой, куда же без нее, и тем, что принято называть национальным колоритом. Испанец Россию видит в деталях и описывает, не украшая. Еще один взгляд со стороны. Все, о чем мы хотели, но почему-то боялись сказать или спросить. Очень тонко и четко подмечает различные архитектурные изыски, которые в нашем случае, в случае жителей Астрахани, и в случае, может быть, правительства Астрахани, они не вызывают такого трепета у местных жителей. Для нас это обыденность. Какая разница, будет кусок штукатурки валяться или будет восстановлен фасад здания? Какая разница, в каком веке построен дом? Какая разница, как обработан край этого окна? Для него это все важно. Важны вот эти мелочи, вот эти детали. Кажется, теперь этот человек со Средиземноморья знает все наши трещинки. Он точно объехал почти всю Россию. От Санкт-Петербурга до Дальнего Востока был в Находке и замерзал в Сибири. Знает, где находятся Чита и Екатеринбург. Для европейца Анхеля Антальва Россия – это страна на Востоке. А там, как известно, восходит солнце. Оттого и акварели свои он называет не иначе, как «рассветные города». Поскольку он живет в двух ипостасях, в двух видах искусства, которые для него жизненно, наверное, необходимы, музыка, изобразительное искусство, мы начали с музыки. И вот так получилось, что когда Анхель приехал сюда, мы его пригласили в качестве участника нашего международного арт-проекта «Бобо-Оби», где как раз деятели искусства выражают себя через несколько видов искусств. Четыре персональные выставки – это только в прошлом году, а еще сотни концертов по всей стране и участие в джазовых фестивалях. В Астрахани Анхель Антальва из Мадрида тоже сыграет в начале марта. В России он пока намерен задержаться, и на это у него есть еще одна весомая причина. Я люблю пельмени. Я не умею их готовить, могу только кушать. Меня кормили очень большими пельменями в Бурятии, и они тоже очень вкусные. В испанской кухне аналогов точно нет. Ильнар Лем, Вадим Матасов, Центр новостей.